По данным синоптиков «КазГидромет», в Астане сегодня ожидается переменная облачность. Днем возможны дождь и грозы, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем до 21 градуса, а ночью столбики термометра опустятся до 9 градусов. В Алматы также прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха там ожидается до 22 градусов. В Шымкенте ожидается небольшая облачность, но без дождя. Температура воздуха до 28 градусов. На востоке страны ожидаются снег и дождь.